Ну а сегодня глава республики поздравил прекрасную половину с Международным женским днем. Егор Борисов лично поблагодарил многодетных матерей и активистов женского движения, также женщин, внесших весомый вклад в развитие республики. Награды вручены за особые заслуги в воспитании детей, вклад в укрепление семьи, сохранение и развитие семейных традиций. Роль женщины очень высока в наше время. Они принимают участие активно во всех сферах деятельности, в политике, в предпринимательстве, в искусстве, в народном хозяйстве, в общем, ну везде, во всех сферах.